Школьные блюда стали более разнообразными и полезными. Специалисты разработали свыше 200 рецептов. В эксперименте участвовали 23 учреждения образования со всей страны. В ближайшее время в правительстве будут подведены итоги. Известно, что пищевые отходы столовых снизились с 50-60% до 10-20%. Положительные результаты проекта внедрят повсеместно с нового учебного года. В Беларуси могут расширить льготы по коммуналке для одиноких пенсионеров. С инициативой выступили депутаты. Согласно действующему постановлению, пожилой человек лишается права на сниженные тарифы по ЖКУ, если съезжает в дом престарелых. Жировка тем временем ощутимо тяжелеет, так как после поступления в интернат в квартире уже никто не зарегистрирован. Началась приемная кампания в учреждениях профтехобразования. Всего в Беларуси около 160 таких учебных заведений. Структура подготовки постоянно совершенствуется. Определяющий фактор здесь – изменение потребностей рынка труда. Престижность рабочих профессий в первую очередь в том, что на них держится экономика страны. В Могилевской области увеличилось количество киберпреступлений. Только за последние трое суток возбуждено 19 уголовных дел. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков, убеждали людей сообщить данные карт, установить электронное приложение и уговаривали взять кредиты. Специалисты напоминают, при поступлении подобных звонков нужно немедленно прекратить разговор. В Бобруйске выберут лучшую автоледи. Сам конкурс пройдет 3 июля в 12 часов на площадке у Бобруйск-арены. Программа включает три этапа. На первом участницы продемонстрируют знания ПДД. На втором жюри будет оценивать оформление и презентацию авто. На третьем пройдут соревнования по скоростному маневрированию. Организаторы БРСМ, ГАИ и ДОСАФ. Заявки принимаются до 28 июня.